В Югру идут осадки и сильный ветер. Синоптики сообщают об ухудшении погоды на ближайшие несколько суток. В регионе пройдут дожди различной интенсивности. Местами с грозами. Ветер при грозе может достигать 17 метров в секунду. Это сравнимо со скоростью автомобиля 60 км в час. При этом ночью столбик термометра будет показывать плюс 15, а днем до 30 градусов по Цельсию. К слову, в Нефтеуганске уже есть последствия непогоды. Здесь ветер повалил деревья и заблокировал проезды в микрорайонах. Об этом жители сообщили в социальных сетях. Кроме того, в некоторых районах города из-за стихии произошли перебои со светом и подачей воды.